Завершив учебу, молодые парни и девушки получили свидетельство об окончании музыкальной школы города Карачаевска. Волнительный для выпускников и преподавателей, и родителей день прошел торжественно. Исполнение различных музыкальных произведений на гитаре, гармонии и фортепиано на прощальном концерте выпускников слушала и Алла Динаева. Как и в первый день учебы в первом классе. И сегодня выпускники пришли с родителями, но уже повзрослевшие и готовые сыграть музыкальные произведения. Гостей и участников прощального концерта поприветствовала директор детской музыкальной школы Карачаевска Римма Ортабаева. В этом году учебу здесь завершили 13 детей. Один из них – ученик заслуженного работника культуры Александра Ячменцева Амир Гагуев. Для собравшихся он сыграл произведение «Кубинский танец». Распознать музыкальные способности ребенка и развивать их помогают преподаватели, вкладывая в них все свои знания. Выпускница музыкальной школы Анжела Урусова вспоминает, как впервые пришла сюда 6 лет назад к преподавателю Вере Ивановне Прокопович. Тот день мне очень запомнился. Я в тот день очень радовалась тому, что записалась на фортепиано. Я постоянно везде говорила, что я теперь играю, я теперь пианистка, я теперь буду долго проучусь, до конца проучусь и буду постоянно играть. И этот день настал. Она теперь действительно пианистка. И сегодня Анжела сыграла на фортепиано произведение поэма чешского композитора Фибиха. Шесть пианистов и 7 народников в этом году выпустила музыкальная школа Карачаевска. Известные произведения на различных инструментах играли в этот день выпускники. Я всегда хотела заниматься музыкой. Мне всегда это все было интересно. И человеком, который меня сюда привел, была моя бабушка Мадина, за что я ей очень благодарна. Она осуществила мою детскую мечту. Без поддержки родителей, ну, наш труд не всегда может быть полноценным, каким мы хотим это видеть. Вообще я желаю своим ученикам всегда, вот как вот они начинают с красным дипломом, так что по жизни они и продолжали. Я сегодня сыграла произведение Юго-Осетинское «Зилка». Вот. Мой преподаватель Мадина Гуфовна, я очень благодарна ей за этот бесценный опыт. Так сбылась моя, так скажем, мечта. У меня мама гармонистка, она от природы гармонистка. Это Кипкеева Файру Сулейменовна. И девочки пошли по ее стопам. Дети, которые были задействованы вот в этом концерте небольшом, прощальном, это труд преподавателей, в первую очередь, во вторую детей и родителей. Спасибо всем. Сфотографировавшись на память, завершив один этап своей жизни, счастливые, но немного грустные выпускники расходились по домам. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.